10-гадовая дзяўчынка ў Смаргоні і 14-гадовы хлопец у Гродні. За адзін дзень у рэгіёне адбыліся адразу дзве гібелі дзяцей на вадзе. Па рэспубліцы патанула чацвёра непаўнагадовых. Вартавальнікі асводаўцы ў сувязі з распачатымі летнімі школьнымі канікуламі заклікаюць бацькоў не пакідаць дзяцей без нагляду і нагадаць ім правілы бяспечных паводзін на вадзе. Две учащиеся школы города Смаргони прогуливались по дамбе, и одна из девочек решила подойти к воде, подскользнувшись на бетонной плите, упала в воду. 10-летняя сестренка кинулась ее спасать и ценой собственной жизни спасла свою сестру, но сама утонула. Буквально через 2 часа в районе района Фолюш города Гродно 5 ребят, отдыхая около водоема Лососянка, в один из моментов решили искупаться. Один из мальчиков подскользнулся в воде и упал в яму. Ребята пытались спасти, но усилиями их не хватило. Через 30 минут тело мальчика достали из воды, но результаты уже были видны. Гибель наступила уже в воде.